он по весу идет? Да, все по весу. Старые журналы и электрохлам. Семья Алтуховых наводит порядок на даче. Ответственно относятся к отходам уже третий год. Не пропускают ни одной экологической акции в столице. В Москве более развиты эти акции, и пунктов нет постоянных, но есть акции. И мы туда ездим, а здесь очень были рады, что около дачи появился пункт, который можно сдать бумагу, хотя пластик то базовый, который скапливается на даче, чтобы не выбрасывать. Ну, потому что уже привыкли не выбрасывать, а сдавать. Пункт приема вторсырья. Теперь и в Звенигороде работает всего неделю, но уже пользуется популярностью у местных жителей и дачников. До этого у нас здесь ближайших пунктов нигде нету, а сейчас прекрасно рядом с домом пришли, сдали, разделили. Все. И детям показали, как это. Не надо куда-то ехать в Москву это сдавать. Поэтому вообще прекрасно. Пункт приема вторсырья – это часть проекта «Реутилизация». Его появлению в Звенигороде содействовала общественная палата Одинцовского округа. Были определенные сложности, да, там, может быть, и с оформлением участка. Действительно, ну, такие технические моменты. Вот. И я, в свою очередь, на еженедельном совещании администрации округа анонсировала этот проект, рассказала и попросила главу нашего округа Андрея Робертовича Иванова помочь в реализации этого проекта. Сдать на переработку здесь можно 16 видов вторсырья, книги, газеты и журналы, ПЭТ-бутылки, стеклотару, алюминиевые банки, автомобильные аккумуляторы и не только. И даже этот список не окончательный. Мы не планируем на этом останавливаться. Просто 16 видов – это те, которые будут на регулярной основе приниматься. Но помимо того, мы надеемся, когда соберется команда такая желающих сдавать больше видов вторсырья, то мы организуем ежемесячные акции на базе этого пункта, на которых можно будет сдать до 40 видов вторсырья. Сдать вторсырье – это не только про переработку. За ответственное отношение к экологии можно получить небольшое денежное вознаграждение. Но перед тем, как отправиться на пункт приема, собранные отходы нужно подготовить. Сложного ничего нет. Самое главное правило – это чистое и компактно сложенное. К сожалению, многие люди не понимают, чем пункт приема вторсырья отличается от обычной помойки. То есть все вторсырье, его надо как-то минимально подготовить. То есть чтобы в каждой семье образуются отходы. Отходы могут стать мусором, который поет на полигоны, будут там столетиями лежать, а могут стать вторсырьем и попасть во вторичную переработку, во вторичный цикл. Пункт приема вторсырья в Звенигороде работает по средам и субботам с 10 до 15 часов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».